Любить искусство – это все равно, что полюбить смерть. Чем больше любишь, тем хуже. Она берет все и взамен ничего уже не дает. Можете назвать эту картину икона. Я не стану писать демона. Он повержен. Продайте мне картину. Я не могу. Картина уже не моя. Отдайте мне его. На ней как живой. И вот что я скажу. Кто из нас, я или господин Савицкий, лучше медведя напишет, тот деньги с картиной возьмет. Мы с вами творцы, мы великие люди. Да эту нашу картину на конфетных обертках печатать будут. Да и вообще, кто такой этот Третьяков?